рад приветствовать вас, дорогие товарищи! Вы на канале Кладоискатель Анархотурист. И сейчас вы увидите розыгрыш подарков среди моих подписчиков, сделавших репост видео о том, как я копал в старом селе. А именно штыка от Мосинки и двух юбилейных монет, посвященных Великой Отечественной войне и катастрофе на Чернобыльской АЭС. Ну что ж, начинаем розыгрыш. Смотрите. Итак, вот оно, наше кино, копаем старое село. И вот ваши комментарии под видео. Всего комментариев около 70, но только 24 человека сделали репосты этого видео себе на страничку. Вот. И поэтому сделал я вот такую табличку, пронумеровал каждого участника, каждый получил свой порядковый номер, и среди вас сейчас я разыграю подарочки с помощью генератора случайных чисел. Вот. Ну что, друзья, так, это нам не надо. Запомнили свой порядковый номер? Итак, переходим на сайт random.org, генератор случайных чисел, вбиваем число 24, это количество участников, принявших участие в нашем конкурсе. Так, и смотрим, кто же у нас победил. А победил у нас номер 17. Так, номер 17. Смотрим, кто у нас под номером 17. А под номером 17 у нас Педаля Римская. Канал Педаля Римская. Это у нас Максимка. Знаем мы такого человека. Так. Смотрим, смотрим комментарии. Где же наша Педаля? Так, 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 вот она, Педаля Римская. Так, ссылку наука, поторгуюсь, тыры-пыры, все дела. В общем, смотрим на репостик. Ну вот он, есть. Копаем старое село, что-то все у нас квадратики. Ну, все нормально. Ну что ж, Макс, я тебя поздравляю. И штык от Мосинки, или от чего он там, и монетка, посвященная Великой Отечественной войне, уезжает к тебе. Так, а кто же у нас станет вторым победителем? Снова переходим на сайт random.org. Вот наш Макс под номером 17. А следующий победитель у нас будет под номером Einswein Polizei 14. Так, под номером 14. Смотрим, кто у нас под номером 14. А, не туда пошел. Вот номер 14. Николай Сичкар. Так, номер 14. Это у нас где-то посерединке. Николай Сичкар. Так, 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 так. Вот, Николай Сичкар. Ну-ка, Микола Сичкар. Вот, есть. Репостик у нас есть. Что-то, мне кажется, Николай в пролете. А где репост? А вот и репост. Есть. Копаем старое село. Пара подарков для подписчиков. Все в порядке. Николай
получает у нас вторую монетку, посвященную годовщине трагедии на Чернобыльской атомной, что это такое, электростанции. Также 200 тысяч карбованцев. Ну, как-то так на этот раз. Вот у нас Николай, а вот у нас Макс. Вот два победителя. Ну что ж, еще раз поздравляю победителей, а проигравшим желаю победить в следующий раз. Спасибо всем, кто участвовал в розыгрыше, всем, кто смотрит мое кино. Спасибо вам за лайки, комментарии, пожелания. Удачи всем хорошим людям. С вами был ваш друг и соратник, кладоискатель, анархотурист. До новых встреч, и не забывайте, что все будет хорошо.